Здарова всем, ребятки, Кент пока на проводе, и прямо сегодня будет ваша долгожданная и любимая рубрика под названием «Путь до Глобала». И прямо сегодня я не один, со мной... Тик-так, ребята, всем здорово! Короче, пацаны, прямо сейчас, прямо с начала данного ролика, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Если вы наберете 10 лайков, то тогда я буду брать тик-таков в каждое свое видео. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. mystandoff.ru. Вам всем, наверное, интересно, почему же я начал съемку со второго раунда? Да потому что я два раунда подряд вылетел. Поехали, мы поехали. Мы вылетели два раунда, теперь можно играть. Так, все, пацаны, полетели. Опа! А! Тише. Тут есть один на миду парень. Так, братан, ну, кто на кента? Я минус 3 уже сделал. Так, ребят, ну имейте вы совесть, дайте кентухе кого-то забрать, ну что-то вообще какой-то стыд и позор. А ну-ка, отойди, жирный. Так, отходи. И кого я вижу? Он на А, вроде, он на А. Я еще никого не вижу, не, он не на, на лонгу. Братан, до свидания. Опа, первый килл, нормально, третий раунд, первый килл. Ну, ребят, просто первые два раунда я вылетел, поэтому вы уж извиняйте, вот так вот произошло. Так, ну что же, счет 3-0, пока что все очень даже хорошо, мы побеждаем, возможно, нас даже повысят, даже до глобалов. Саня, как нам думаешь? Нам нужно выиграть 10-0, это 100%. Ну, смотри, если мы выиграем 10-0, мы же станем глобалами, как думаешь? Ставим киберспортсменами тогда. Пацаны, короче, киберспортивные кланы, пишите мне, пожалуйста, в директ в инстаграме, я готов вступать к вам. Блин, кто это флешку кинул? Че это за странец? Это ты? Вортекс, флешки не кидай больше. Опа, одного забрал. А-а-а! Нормально, второго забрал. Хорош, блядь! Тупо изи, погнали, план Б, проходим. На опыте. Забрал, там еще один чел добил. Да, изи, я даже добивать не буду. Изи, просто плэнчу бамбу. Опа, плюс одно очко, ништяк. Я уже на предпоследнем месте, ребят, но это только начало. У тик-така счет 10-2, ну тик-так, ну ты сейчас сильно переусердствуешь. А, да, надо бронь купить, а то как обычно будут писать: Кент, ты такой нуб, ты даже бронь не покупаешь. Почему? Сейчас, короче, купим бронь, и будет все просто по фэншую. Ой, передо мной парень под ником iPad Pro, братан, давай, да, да ты шо, вот эти киберспортивные раскидки. Нифига себе, он киберкотлета. На Б вообще никого нету. Не, красавчики, пол на Б вообще ноль человек. Я просто ору с этого. Чувак, я один остался. Да. Чего? Так, тихо. Да вы меня раздекузили. И пока я... Попал. Нормально. Дефузят, чувак. Хорош. Да как? Чувак, не хватило полсекунды. Блин, обидно. Но мы пытались. Ребят, хэштег киборги тащите. Прямо сейчас поставьте видео на паузу. И как вы думаете, с каким счетом мы отыграем? Или выиграем, или проиграем? Кто его знает? Но я надеюсь, что мы выиграем. Тик-так, только победа, только вперед. Полетели. Нам в чате пишут: Тик-так и Кент, вы топы. Блин, ребят, вот приятно, что есть такие хорошие комментарии, такие приятные подписчики. Забрал. Второго забрал. Красава. Не, ну что-то как-то слишком легко. Ну прям... Нормально, забрал. И ой, последний мой. Еще один там. Изи. Дело чести с киборгами двор. На нож. Блин, да медленно и уверенно. Взял и посадил на нож. Братан, вот так вот работает Кент АПК. Так, ну что же, поехали. Опять наши же тиммейт кидает флешку. Спасибо большое таким хорошим тиммейтам. Сразу видно, что подписчики узнали нас, пытаются заруинить видеоролик. Но, ребята, его не заруинить. Потому что мы киборги. Так, Саня, идем на. Слышишь? Ох ты, блин! О, чувак, минус 28! Тик-така забрали, все пропало, пацаны! Блочек, я один остался. Брода, ну. Слева! Хорош! Так. Давай, чё, вытаскивай капсу. Да, братан, изи, даже не напрягайся, смотри. Давай. Так, я уже спалился, где я, так я понимаю? 1 в 2. Так, кажись, они не понимают, где бомба, поэтому все нормально. Тише, топай, тихонько! А-а-а! Мать моя женщина! Справа еще! Домой! Хорош! Заберу! Давай! Давай! Да! На керамбит! Да! Мы это сделали! Пацаны, если вы еще не поставили лайк, то просто вот прям сейчас подходящий момент, чтобы поставить лайк и подписаться. Но увидели, как мы это сделали! Как же это было красиво! Опа! Наш девиз 4 слова! Сгори наша школа! Или как там правильно? Наш девиз 4 слова, чтобы сгорела наша школа.
А, блин, я все перепутал. Да, Сэн, давай, давай, я тебя прикрываю, братан. Есть, 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 есть. Нормально. Тише, тише, нормально, 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 нормально. Лохоповый, парапет лохоповый, а 9 хп у него. Да подожди, какой парапет, нафиг? Бежим. Ё-моё. Сзади. Как ты роплишь. Так, все нормально, бывает, 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 пацаны. Все нормально, нормально, сейчас закомбэчим, не боись, не боись, не боись. Если мы, ребят, проиграем, то можешь написать в комментариях, что мы нубы, разрешай. Но мы выиграем, потому что мы чемпионы. Пацаны, короче, смотри, за нашу команду играет тик-так, а тут тук-тук. Это тик-так версия 2. А еще один на Б? Да не пойдет на Б. А, я должен один умирать? Спасибо. Класс, я уже, их тут двое. Одного забрал. И второй забрал меня. Ну я же говорил, ну я же просил для тик-такимус. Давай, давай, iPad Pro, брат. Ну. Ну нормально, нормально. Это он еще не старается. Это он еще не старается. Ладно, мне фартануло, сегодня не его день. Ты куда идешь? А, это наш человек. Забрал. Второй, прикрой меня! Фу, как же мне повезло, тиммейт спас, тупо спас. Братан, братан, я на тебя запрыгну, не против? Забрал. Тише, тише, тише. Пропейте, пропейте. Пропейте последние. Пропей! Ой, попал. У меня 15 хп, я лоу-хповый. Ой, красавчики. А горжусь ты, командой, просто команда мечты. 7-4. Нормально. Фух. Мы должны сделать историю, мы должны сделать легенду. Согласен? Стопудово. Стопудово, пацаны, поехали. iPad Pro, братан, давай, старайся, блин. Он так смотрит на мой Керамбит Голд, как будто сейчас сознание потеряет. Я помню, я так... 5 дней не ел, смотрит и курица летит. Забрал одного под А. Красава. Забрал второго под Б. У меня бомба. Иди на Б. Бомба на Б. Нормально. Два чела на миду, второй чел еще. Нормально, сейчас заберу всех. Блин, под этим самым, под парапетом последний. Под парапетом. Да, вот так. Блин. Я скажу так, самое главное, это надеяться только на себя. Потому что надеяться на тиммейтов, как мы поняли, это, ну, не совсем хорошая идея. Поэтому каждый сам за себя. Так, братан, давай, ты иди первый, тебя не жалко, iPad Pro. Давай, иди. Нормально. Ё-моё. Это Б. Забрал. Фух, еле забрал. Еще один тоннель. Забрал, тоннель еще один. Убил. Хорош. Забрал! Хорош. Фух, мы это сделали. Блин, это было очень потно. Ребят, пожалуйста, прожмите лайки за такую потную каточку. Если вам нравится ММ с тик-таком и вообще нравится рубрика «Путь до глобала», то, пожалуйста, хэштег в комментарии «Го продолжение». И я сниму продолжение. Счет 8-6. Надо просто два раунда взять, и это изи вин. Полетели. Забрал одного. И забрал второго. О, чувак. Забрал. Где последний? Заберем. Класс на миду. А! Блин, я его не заметил тупо. А, ну нормально. Фух, красавчики. Хорошо играем. 9-6. Так слушай, последний раунд, и мы победили. Блин, да. Слушай, мне понравилось. Так прикольно так, вышло. Не расслабляйся, 9-6. Это еще... Не, братан, я собран. Посмотри, у них три ветерана. Три ветерана, чувак. Нифига себе. Так они жесткие чуваки получается, да? Так это Б или А? Это Б. Так, подожди. Так, до свидания. Это Б, да? О, чувак, под Б. Ай-яй-яй, меня забрали. Сэн, давай. Я перепутал. Сделай, давай, братан, я тебе верю, сделай историю. Да, чувак, блин, я нажал на кнопку прыжка на айпаде. Я не могу привыкнуть все время, они все время путаются у меня. Они очень рядом стоят, потом сдеваются. Бывает, Сэн, бывает. Правда, у меня с двух сторон пушу. Три. На Б хелп. Забрал. Тише. Бегу. Чувак, мы вдвоем остались. А, тише. Забрал. Еще один. Тёмка. Забрал. Хорош. Минус 3. Давай, забери последнего. Пропейте. Вот тут, да. Жди. Давай, Сань, сделай историю. Прошу, ради меня. Забрал. Ай-яй. Да, почти минус 2. Ай, хотел на нож посадить. 4 хп пропейте. Блин, добил iPad Pro моего. Блин, если вы сейчас сольетесь ему, просто я на вас обижусь. Красавчик. Йо. И меня не повысили, к сожалению, но я отыграл довольно-таки хорошо.
Короче, пацаны, при монтаже обнаружил, что у меня нету фокуса. Извиняйте, что последнюю минуту нету фокуса. В общем, спасибо большое за то, что вы смотрели. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Кента, пока и... И тик-так, всем пока.